сами. Когда ты не отгадываешь, можно весь пятерок нет машины. Убираешь пятерок у вас, да? Здравствуйте, дорогой патрульный округ, братья полицейские. Минчики, будьте добры, операция не предлагает. Патрульная служба старшего. Одни и те же люди, здрасте. Пожалуйста, будьте добры. Дорожно-патрульная служба, старший лейтенант. Ваши документы, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой. Добрый день. Пожалуйста, документики, будьте добры. Проводите операцию на переводе. Да, Александр, иди, парень. Проходит, где мы должны. Работа нормал. Добрый. Проводится профилактическое мероприятие. Дорожка. Хочу предложить вам осветлить вашу немножко машинку прямо здесь и прямо сейчас. Абсолютно точно. Теперь будет вас видеть такую красивую, хорошую, а то вы прячете.
чего сели за руль? Да я вот здесь вот был, и до общежития когда я. Выйдите, пожалуйста, с машинки. Много употребляли спиртных напитков? Вчера употреблял, сегодня еще нет. Вчера это вечером. Когда? Вечером. Вечером во сколько? К 12. Много выпил? Вот. Ну, литра 5 пива. Там ничего тебе не нужно? Никого выпить? Сколишь и режешь? Нет. Ручки в сторону, будьте добры. Ораторского искусства, да? Якобы отказываюсь от съемки. Хорошо. Но вы мне фотографируете в любом случае. Ну, понятно. Ну как? Давайте тогда понятых. Сейчас понятые будут, конечно же. Все процессуальные действия будут производиться под присутствием понятых. Не, просто я как бы не хочу машину как бы на стоянку, потому что пока жена приедет, ну гражданская, 6 октября будет свадьба. Здравствуйте. Так, значит у нас вот транспортное средство, вот водитель сзади сидит. Отстраняем от управления гражданина, что у него выявлены признаки опьянения. В отстранении сначала. Можно вас фамилию, имя, отчество? Пульчик у нас все как положено. По верочку могу показать. У нас все есть. Пломбировано, все как положено. Вы 10 минут назад меня останавливали. Я вас лично не останавливал. Может, напарник мой останавливал? Почему он не выписал вам штраф за нарушение правил пользования безопасности? Тогда, может, были пристегнуты, но сейчас, на данный момент, к сожалению. Вы прекрасно. 10 минут назад вы меня останавливали. Я вам говорю. Лично я? Вот, напарник. Я говорю, у меня по очереди? Я еще здесь буду приезжать два раза. Я говорю, напарник может быть, но сейчас, на данный момент, я увидел нарушение водителя. И в этом случае я остановил транспортное средство. Я вот прям кинулся, за ремнем пристегнулся сейчас. Может, вы и кинетесь дальше пристегнуться? Я в этом плане я не спорю. Но на данный момент, к сожалению, когда вы управляли транспортным средством, вы не были пристегнуты. Скажите, а у вас сколько работает патрулей? Я просто еще два раза буду приезжать сегодня. Вы все по очереди будете останавливать? Если вы будете нарушать правила дорожного движения, вас могут остановить и не два раза. Может, гораздо и больше. Так, идет он. Могу снимать. Это мой личный пространство. Итак, содержание крови 0,682. Человек, он выполнял свою работу. Невозможно такая работа.